Зоркий глаз сотрудников госавтоинспекции сканирует каждый проезжающий автомобиль. Цель – маленький пассажир. Ведь сегодня они здесь, чтобы напомнить автомобилистам правила перевозки детей. Такие профилактические рейды проходят регулярно. Водители относятся к ним с пониманием. Очень важна безопасность. Дети – это наше будущее. Все важно. По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, в прошлом году на дорогах нашей страны произошло более 17 тысяч ДТП с участием детей. Все малыши получили различные травмы, потому что ехали в автомобиле без удерживающего устройства. Мало детское кресло купить. Перед этим его нужно правильно выбрать. В первую очередь стоит обращать внимание не на стоимость, а на наличие сертификата безопасности. Кроме того, удерживающее устройство должно соответствовать росту и возрасту ребенка. Есть и другие жизненно важные нюансы. Объясните, я работаю на скорой помощи, я знаю полностью, что такое безопасность. А уж с детьми тем более. Во-первых, подушка безопасности может придавить ребенка. А во-вторых, маленькое тело очень, в случае ДТП очень быстро улетает из кресла. Поэтому, если хотите сохранить детей, то нужно пристегивать их. Ребенок с рождения и до 7 лет должен ездить в автомобиле только в специальном удерживающем устройстве. Если маленький пассажир на переднем сиденье, то до 11 лет включительно. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».